Наталье 27 февраля, два неделечка осталось, и все, и февраль закончится. Как сделать сына более самостоятельным? Только что у нас было предыдущее видео, да, об этом? Когда мы уже говорили об этом. Не давать ему пути решения проблем. Пусть сам думает, тогда будет самостоятельно. Здравствуйте, Юля, спасибо вам за онлайн-консультации. Пересматриваю периодически, спасибо. Ребенку ровно 2 года, Абгар 8-9, по неврологии проблем нет. ВПС, стеноз легочной гортани, наблюдаемся раз в год, очень активный. Пошли в детский сад в год 11, адаптация, у меня уже... Адаптация сложная, ребенок все время... Нахождение в саду зовет меня, просит забрать. Ходим с 8.30 до 12.30 уже 2 месяца. Меня воспитатель называет трепетной мамой. Есть такие, да, которые нервничают и передают детям это дело. И что я передаю? Свой страх ему, да, такое бывает. Хотя я не показываю ему свои переживания. Можно не показывать, они чувствуют давление, сердцебиение, пульс, все-все чувствуют и начинают то же самое выдавать. Говорю, что горжусь им, люблю и так далее. После сада он перестал меня отпускать и на развивающие занятия. Просит, чтобы я сидел рядом или вообще не заходит в класс. А почему ребенок в 2 года ходит на занятия на развивашки без родителей? Нельзя. В 3 года только можно потихонечку отпочковываться на развивающие занятия. Это мама и малыш, все вместе на 3 лет. Это очень плохо. Или не заходит вообще в класс. В гости тоже теперь... У меня солнышко, я все двигаюсь и двигаюсь. Просто здесь уже блики и не видно. В гости тоже теперь проблема пройти. Просится пойти. Просится домой. Ночью спит, ест тоже без проблем. Настроение, как до сада, хорошее. Как помочь ему адаптироваться? Как помочь стать более самостоятельным? Все-таки мальчик. Заранее благодарю за ответ. Значит, 27 февраля, Наталья. Наталья, по адаптации к детскому саду много мы говорили. Смотрите, пожалуйста, видео. Не буду сейчас повторяться. А по поводу самостоятельным, он опять вернется к самостоятельности, когда у него пройдет адаптация и появится опять доверие к миру. В общем-то и все. А вот предыдущее видео, только что мы разговаривали, не делать из ребенка все то, что он может сделать сам, это тоже вот из этой области, я думаю, что вы его послушаете. Не буду тратить время. Можно? Можно. Наталья, 27 февраля.